что дальше? Флетчер один, а там забежал Уши. Только сейчас до 24-го номера не забрался. Обратная передача на Уши. Подавать будет! Карику под удар, тот щекой. Ну и разумеется, добавлено время, как без этого гимна. В мировом футболе. Вербатов. Гикс. Его рекорд ушел в тень сегодня, но он гавтером голевой передачи стал. Эрнандес все-таки забил. Может быть, не третьим, четвертым касанием. За характером его. Когда еще Эрнандес забивал головой, а? Но это тоже случается. 3-1. Я думаю, и Далглишу это может быть. Тоже нормально, чтобы команда не расслабилась. На данный момент...